Оскар. Лодку не видно. Они ее оставляют в море. Не идут до сюда. По-моему, сегодня еще никто не приходил. Джин, есть 10 коробок Ларгос. Мы сейчас их возьмем? Какая мне разница? Дай мне фонарь. Прошу. Заканчивай быстрее, я пошел в лодку. Так эти я оставлю себе? Да, ну побыстрее, я ждать тебя не буду. Идите, пока вас не сапали. Давайте, живее, чиньте. Конечно, слегка староват. Стойте, а то дорого заплатите. Жизнь тяжела, да, Чинти? Почему бы не попробовать в следующий раз повесить на шею колокольчик? Да уж, ты тоже постаралась. Я? А что я сделала? Кто это был? А я их не знаю. Добрый день, Ивис. Добрый день. Все еще болеешь? А с чего мне болеть? Это просто спячка на меня навалилась. Простите, один момент. Вы, случайно, не знаете некую Невис Манголини? Манголини Невис? Да. Вроде бы нет. Что хотите, сеньор? Там довольно много Невис. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Сеньор, если хотите добраться до маяка, то утром мой отец отвезет вас на лодке. Хорошо, спасибо. Тарелку кушай, чтобы мама вернулась пораньше, хорошо? Кушай, давай, кушай. Я тебя прошу, будь очень внимательный. В обед покорми его. Я все приготовила, понятно? Да-да, не волнуйтесь, Невис. Эй, ребята! Послушайте. Здесь работает женщина из Камакио. Ее зовут Нивис. Манголини Нивис. Ну, смелее. Почему не отвечаете? Я вас не съем. Ивана. Мария. Ивана. Что ты тут делаешь сейчас? Возвращайся на речку, глупая. Нивис. Гляньте, кто пришел. И вы в этих краях?
Но почему? Ради бога, почему? Попробуй меня понять, Нивис. Попробуй хотя бы подумать. О чем думать? Оставь меня в покое. Да я сыта вами по горло вашей успешной мордой. Осторожно, ты что, с ума сошла? Хочешь ты или не хочешь, чтобы я помогал тебе, а я знаю, что да, я должен. До свидания. Ну, Ивана, хватит реветь. Дуреха, раньше надо было думать. Давай, Ивана, соберись, они его найдут. Идите к лодкам. Тонин. Нивис, ты куда? Пойдем, поможешь мне искать. Так хорошо себя вел сегодня. Играл рядышком в песочке, так тихо, что совсем не слышно было. Я ему кусочки мяса дала, а он вдруг оказался таким голодным и все съел. А потом пришел этот сеньор, который тебя искал, и велел проводить его. Я не виновата, я не виновата. Ивана, Нивис. Тони! Где вы его нашли? Там, почти у маяка.